Привет, ребят. Где-то несколько лет назад я выпустил материалы касаемо эффективных рабочих методов защиты от комаров. Да, этой нашей с вами извечной проблеме. Данные материалы нашли огромный отклик среди широкого круга аудитории. Вы пишете благодарности мне в комментариях, и спасибо вам большое за это. Вместе с тем у вас возникают такие частые, наиболее распространенные вопросы, на которые сегодня я вам постараюсь детально ответить. Но также прежде всего хочу вам предложить в качестве бонуса к тем материалам, касаемо первого метода на основе муравьиной кислоты, когда вы сможете, прямо находясь в вашем походе где-то, в тайге, в лесу, буквально меньше, чем за минуту, также им воспользоваться и дальше шагать себе по своим делам, спокойно, не беспокоясь больше о комарах. Ну, то есть, как бонус. Фактически, это дополнение к егерскому методу защиты от комаров с помощью муравьиной кислоты. Когда у вас нет времени или желания возиться с тряпочкой, тканью, там, носовым платочком, выкладывать его на муравейник, там, ждать 10-15 минут, пока ткань пропитается муравьиной кислотой. То есть заключается метод в следующем. Вот вы идете по вашему маршруту, будь то в походе или где-то за грибами, за ягодами, неважно, в тайге. По пути вашего следования вы находите муравейник и слегка сверху двумя ладошками ударяете по нему. Муравьиная кислота тут же в избытке оказывается у вас на ладонях, вот даже капельки видны. Здесь же вы и смазываетесь, намазываете открытые участки кожи и преспокойно идете себе дальше по своим делам. Комары вас больше не беспокоят. Сейчас вот они здесь кружат, их очень много, сезон. Но я смазался муравьиной кислотой, но они меня абсолютно не беспокоят. Не нужно специально выискивать муравейники, вы их обязательно найдете по вашему маршруту. Опять же, также далее нашли муравейник, слегка ударили ладонями, смазались и продолжайте ваш путь. То есть это занимает, там, я не знаю, 10-20 секунд вашего времени. Вы идете дальше, в зависимости от интенсивности вашего передвижения, температуры воздуха, отсутствие ветра, вы будете потеть, это естественно, это физиология организма, и муравьиная кислота будет потихоньку выветриваться. Однако вам ничего не мешает, опять же, найти такой же муравейник и прибегнуть к этому методу. Теперь, ребят, несколько советов для рыбаков, как также эффективно защищаться от комаров. Ребята мне пишут, рыбаки, охотники, вот что делать, если, допустим, вы рыбачите где-то на, особенно где-то на торф-карьерах, то есть где отсутствуют муравейники, где нет трутовиков, также нет возможности обкурить. Значит, я обычно использую вот этот коричневый, такой красивый набалдажник рогоза. И да, прошу вас, пожалуйста, не путайте. Ну, у нас в простонародье называют камыш. На самом деле это рогоз. То есть именно вот эта коричневая его часть, она подпаливается. И также она не возгорает, то есть она также долго тлеет, как и трутовик. И этот дым, он очень здорово также отпугивает комаров. То есть вы на рыбалке срезали себе несколько этих набалдажничков коричневых. Где-то воткнули рядом с собой, подпалили. Дымок так спокойно распространяется, комаров отпугивает. Ребят, это также работает 100%, вот проверял. Фактически это аналог дыма трутовика. То есть также можно без проблем обкуривать палатку где-то, если вы находитесь на вот болотистой торфяной местности. Ну, приехали с ночевкой на рыбалку. В лагере вашем, если это лесистая местность, опять же трутовики, консервная банка, обкуривайте палатки, комаров нет. Это проверено. Ну и теперь я вот выписал себе на листочек такие часто задаваемые вами вопросы вот под теми материалами. Например, подойдет ли муравьиная кислота из аптеки, то есть покупная муравьиная кислота? Ну, во-первых, в аптеках продается не муравьиная кислота, а муравьиный спирт, а это не совсем одно и то же. То есть муравьиная кислота в чистом виде, она долго не хранится.
Скорее всего, вот в этот муравьиный спирт они добавляют еще что-то, то есть, возможно, какой-то консервант для длительного хранения. И вот в его составе я как бы сильно сомневаюсь. Нет, мне люди писали, что уже пробовали муравьиный спирт, и как бы он тоже помогает. Попробуйте. Рекомендовать вам я не имею права, так как не испытывал на себе. Если попробуйте, и вот работает, напишите в комментариях. Подскажите, а отпугивает ли клещей муравьиная кислота? Да, безусловно, клещей муравьиная кислота отпугивает. Вообще, вот вы как-нибудь, находясь в лесу, понаблюдайте как-нибудь за муравейниками. Присядьте в сторонке, обратите внимание, что вокруг муравейников очень редко что-либо вообще летает или ползает, то есть насекомые. То есть муравьиная кислота штука такая серьезная. Они ее боятся. И клещи не исключение. Однако здесь ключевое слово именно вот в качестве защиты от клещей именно отпугивает, но не уничтожает. А это никогда вам не даст 100% гарантии не быть укушенным. Поэтому все-таки рекомендую вам использовать проверенные репелленты с содержанием альфа-циперметрина, обрабатывать ими вашу одежду. Ни в коем случае не участки кожи, а именно только одежду. Ее хватает надолго, таких репеллентов. Например, рифтамид, очень такое хорошее средство. Если найдете, обязательно попробуйте. Так как альфа-циперметрин, он именно уничтожает клещей. Это фактически 100% гарантия. Все отпугивающие средства, включая муравьиную кислоту, такой гарантии, как я вам сказал, не дают. Подробнейшие материалы касаемо методов защиты от клещей я уже снимал. Пожалуйста, оставляю вам ссылочку в описании. Также я снимал и распространенные мифы касаемо клещей. То же самое ищите в описании, посмотрите обязательно. Теперь тоже такой частый вопрос дачников. А дачные муравьи подойдут для защиты? Ну, вот смотрите, дачные муравьи, вы обратите внимание, они все-таки меленькие такие, да? И таких конгломератов, например, как лесные муравьи строят муравейники, а они бывают там выше человеческого роста, на дачах нет. Такой должной муравьиной кислоты вы никогда не получите. К тому же это все-таки не лесные муравьи такие крупные, а именно дачные. Поэтому насчет этого я дико сомневаюсь, однако вот я вам подскажу один дачный способ. Дача, деревня, вот у нас в деревне, допустим, у меня сосед, вот он мне подсказал, я попробовал. Это, кстати, штука реально работает. Он берет вот эту упаковку картонную, пустую от яиц, ну, разрезает ее, подпаливает. Также она не горит, это не бумага, она также долго тлеет, как и трутовик. И этот дым от этой бумаги, он также очень хорошо и эффективно отпугивает комаров. Вот я у себя на участке там в доме попробовал, дети рады, то есть где мы находимся, там дети играют, я там сижу, что-то делаю. Вот поставил баночку консервную, подпалил вот этот вот картон, коробку от яиц, и дым этот серьезно отпугивает. Кстати, кто-то мне даже писал, я вот сейчас вспомнил уже касаемо дачи, попробуйте, напишите в комментариях, эта штука тоже действует. И теперь немножко, опять же, такое дополнение в качестве способа с тряпочкой на муравейнике, да, муравьиная кислота. Вот чтобы ее надольше хватило, запаса именно на ткани, вот этой концентрации муравьиной кислоты, вы когда намазались, после этого просто берете полиэтиленовый пакет и хорошенько упаковываете в этот пакетик вашу ткань. Далее кладете куда-то в рюкзачок, в карман и идете себе дальше. Когда требуется, достали из полиэтилена и намазались. То есть вот это даст вам возможность задержать эту муравьиную кислоту на ткани максимально долго. Это, пожалуй, такие самые наиболее распространенные вопросы. Опять же, если у вас будут возникать еще какие-то вопросы или там способы, да, мне пишут о ванилине, мне пишут о гвоздике, там, о одеколоне, шипор и так далее. Ребят, да, деготь обязательно. Вот про деготь это вообще очень часто так вот пишут в комментариях. Ну, молодцы. Вот только смотрите, метод с муравьиной кислотой, он не требует никаких физических усилий вообще. То есть это элементарно. Вот особенно вот этот метод на марше в походе, да, это там 10-20 секунд, все. А деготь, вы представляете, то есть его надо добыть, его будет недостаточно, если вы отдельно просто бересту подпалите и будете там сидеть ждать. То есть его вываривают
там выпаривают в консервных банках. Это также это очень такая едкая консистенция. Дёготь содержит дубильные вещества, он настолько въедливый, что вот это от этого запаха вы даже после третьего мытья не избавитесь, особенно если он попадет куда-то на одежду. Отстирать очень сложно. Да, это работает, безусловно, дёготь работает. И такие методы, ребята, я видел, снимали, тоже показывали. Но это все очень трудозатратно, ребят. Конечно, если вы где-то находитесь на станище, там, на вашем базовом лагере, ну, попробуйте, если есть время. Вот, кстати, слепни, да, оводы. Меня пишут, а есть ли от оводов слепней какая-то защита? Нету никакой защиты от оводов и слепней. Но опять же, муравьиные, они будут кружить. Вот муравьиная кислота, я не заметил, чтобы они на меня садились. Все-таки насекомых вот это отпугивает. Ну попробуйте, действительно, если у вас есть время и желание, вот выварить этот деготь из бересты. Если вы находитесь длительную стоянку у вас где-то, то есть это действительно работает. Материалы на этот счет на Ютубе уже отсняты в достаточном количестве. Я же вам говорю о таких реальных, эффективных именно методах, которые не требуют времени и каких-то трудозатрат. Значит, что касается, ребят, еще вот трутовика, это второй способ, именно дым трутовика. Также мне писали и подсказали в комментариях, я вот лично не пробовал, что также сама где-то на станище, в лагере очень хорошо обкуривать палатку или место, где вы отдыхаете, там столик, с помощью еловых шишек. Да, действительно, еловые шишки, я сам попробовал, они фактически так же долго тлеют, как трутовик, они не горят. То есть вы их подпаливаете, вот идет этот дымок, и он также отпугивает комаров. Набиваете эти шишки в консервную банку, опять же, и обкуриваете то место, где вы находитесь. Да, этот дым также эффективен. Попробуйте с еловыми шишками, способ хороший, рабочий. Ну и возвращаясь к ванилину, например, да, то есть вот опять же, смотрите, это тоже туда же относим к дегтю. То есть это все требует каких-то телодвижений, да, то есть ванилин надо готовить, его надо там разводить, его надо, некоторые с кремом его разводят, там мажутся. Но, ребят, в этом случае мы же говорим, если у вас, допустим, нет с собой репеллента, да, они, я знаю, они действуют непродолжительно, но проще же пшикнуться репеллентом вместо вот заморочек с ванилином. Мы же говорим о том, если вы, допустим, забыли это средство, да, и вот метод там с муравьиной кислотой, и вот вам трутовики или шишки еловые на вашем станище. Ну, нет, пожалуйста, используйте ванилин, никто же не против. Гвоздика, вот я знаю, одеколон, да, вот это хорошо штука работала, еще помню со времен советских походов. Но вы где его сейчас найдете? Вот в том виде, в котором он был при советах. Не знаю, попробуйте. Шипр, я тоже не знаю, в том ли он виде продается. Наверное, найдете. Эта штука действительно работала. Однако, вот насчет советских походов, ребят, раз уж речь зашла у нас, я до сих пор помню наши экспедиции по Хакасии, когда, вот, по-моему, у меня запах ДЭТа этот до сих пор из носа не выветрился. Помните, да, эти сетки Павловского? Кто ходил, тот знает и вспомнит ДЭТа. Да, эта штука работает и от клещей, и особенно от мошки, то есть от гнуса. Но запах такой этот, что, вот я говорю, до сих пор его помню. Ну и в заключение хотел бы сказать несколько слов от ребятам, которые в комментариях очень заботятся о лесе, очень там переживают за лесные пожары и тому подобное. Да, я в том материале действительно довольно опрометчиво, хотя он был под моим контролем. Вы не забывайте, я здесь сидел и следил. Вот дым от трутовика, ну то есть образуются угольки, которые действительно могут упасть на землю, а если это хвойники, то это ну, игла, и она сухая, особенно в засушливое время года. И это действительно может запалиться, что в дальнейшем может привести и к пожару при определенных условиях. Однако, ну, надо быть, наверное, совсем человеком без головы, чтобы не придумывать какую-то металлическую подложку или там, обычно это консервные банки, но вы в походе, у вас их там остаются от тушенки. Вот туда и кладите трутовик, ничего у вас не сгорит, не прогорит. Закончили пребывание, свернули лагерь, там сворачиваете в костре, пока у нас горит, сожгли эти консервные банки, идете дальше. Но и в принципе нам, охотникам, особенно таежникам, ну охотникам, не нужно рассказывать о кострах. Мы костры жгли всегда и будем жечь дальше. Просто мы знаем, как это делать грамотно, как правильно выбирать место под костровище, как его тушить, то есть фактически в ноль.
Материалы об этом я также снимал на канале. Пожалуйста, кому интересно о кострах, там, да, эффективных методах розжига, как затушить правильно костер. Я всегда, когда что-то у меня связано с костром, мои материалы, я всегда показываю, как это делать. Ну, поищите, кто на канале. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому нам не, мне вот не нужно это рассказывать, ребят. Я говорю, надо быть совсем, наверное, как бы не иметь головы на плечах, чтобы не затушивать костры за собой. А лесные пожары, ну что ж, они были всегда в тайге, они и будут всегда. Это нормально, как бы не надо из этого и доводить это до паранойи. Там. Сейчас это очень модно, ребят, стало где-то начитаться в интернете и все, там, включать какую-то панику. После пожара создается прям очень хорошее удобрение, что позволяет расти новым, прорастать новым растениям, обновляться и так далее. Это цикл, это обновление. Лесные пожары, конечно, безусловно, плохо, но вместе с тем это и полезно. Поэтому, ну, не нужно, как это у нас давно уже почему-то в обществе пошло, раздувать из мухи слона. Просто следите за тем, что вы делаете, и соблюдайте технику безопасности. Кто еще не смотрел вот эти детальные мои материалы касаемо методов защиты от комаров, пожалуйста, также ссылочка в описании под этим видео, изучайте на здоровье. И да, мне вот иногда пишут там, долго говорите, затянуто и так далее. Ребята, я никогда не себя не ставил каким-то талантливым, там, краткость сестра таланта, это не ко мне вопросы. Мне также абсолютно наплевать на всякие эти блогерские блага в виде лайков, там, подписок и так далее. Мне это чуждо, неинтересно. Поэтому я как снимаю, как говорю, так и буду продолжать дальше. Потому что меня смотрят семьи с детьми, а сухая подача материалов без слов. Конечно, это можно за минуту все рассказать и показать. Сухая подача материалов детям неинтересна. Дети как раз-таки важны детали. То есть вам, конечно, покажут все и расскажут без слов, но при этом эти материалы, они выдернуты из системы, и у человека просто не складывается, особенно у детей, общей картины, общего представления. Поэтому я и буду продолжать снимать в том же духе. А для любителей конкретики я всегда оставляю тайм-коды в описании временные. Поэтому, если вы не хотите слушать предисловие, ну, нажмите просто на тайм-код и попадете конкретно на метод по конкретике. Друзья, жизнь штука такая, она скоротечная. Поэтому не всегда нужно спешить где-то, нестись, бежать. То есть пролетит и оглянуться не успеете. Где-то находясь в походе, в тайге, ну, присядьте на привал, послушайте окружение, понаблюдайте за окружающей средой, послушайте птиц, за муравейниками понаблюдайте в конце концов. То есть важны детали. Поспешить вы еще успеете. Я же вам желаю большущей удачи, незабываемых вам походов, приятных вам впечатлений от вашего отдыха. Наслаждайтесь природой, берегите ее. Всех вам благ. И пока увидимся.